Иван, всем привет! Сегодня мы посмотрим заявку от Патреона Ульфа на группу Каджира. Кстати, я сама хотела когда-то их послушать, но Патреон меня опередили, поэтому давайте сейчас посмотрим. И, кстати, это французская метал-группа, у меня, кстати, никогда еще не было... А нет, у меня была с Франции группа. Вот, давайте посмотрим, что они сделают, так что оставайтесь вместе со мной. Итак, вот такие были ребята. Клип достаточно такой немножко странно интересный. В плане того, что я не знаю, все ли у них такие клипы в такой, как бы, мультяшно... Так, типа снят как мультяшным. Но это
очень здорово, что какой-то такой апокалипсис они показали. И в песне тоже мне очень понравилось, как звучит припев, то, что там сделали такие, как эхо, и это как такую силу и мощь придавало этой песне. И причем, кстати, у вокалиста голос такой низкий, но при этом то, что как-то в голосе что-то есть такое, что типа, я не могу сказать, какое-то устрашающее, но в плане того, что какое-то прям такая сила есть, что имеет место быть, что как бы в голосе есть такая сила, что при помощи этого он может защитить себя либо группу, если бы у него была такая такой как спецэффект вот в этом плане. Но это очень достаточно мощно звучит, и припев такой прям, да, мне понравился этот припев, и дальше мелодия тоже идет такая мощная, и есть такое, что мне кажется запоминает этим, и поэтому у ребят достаточно много поклонников. Я знаю, что они набирают очень много просмотров в плане того, что их клипы, и они прям как-то так выстрелили за как-то за один раз, и эта группа остается на плаву музыкальном, вот, поэтому очень прикольно это звучит, и клип тоже такой вот снят, хоть и там эффекты есть вот такие, но достаточно прикольно смотреть, и немножко, правда, странновато такое было, что какой-то апокалипсис, и при этом что-то как бы человек восстал, и он как бы пытался что-то исправить, но получилось, что наоборот все хуже, и это как бы произошло в плане того, что мир разрушился. Вот, вот такие были мои мысли по поводу этого клипа, этой группы. Так что пишите свои комментарии, оставляйте лайки и подписывайтесь на канал. И также я буду рада, если вы будете делиться моим каналом с друзьями, чтобы было у меня больше подписчиков. Как будет 1000 подписчиков, я сделаю конкурс. Так что спасибо всем большое, кто поддерживает меня, кто оставляет комментарии. Это все очень-очень важно. Также подписывайтесь на мои социальные сети. И если вы хотите поддержать меня финансово, то в описании есть ссылки на эти PayPal и Patreon. Это все быстрее мне помогает накопить на мое собственное оборудование. Вот, так что спасибо всем большое. Увидимся с вами в новом видео. Всех обнимаю. Всем пока. Бай-бай.